Смотри, это вирусы. Они очень маленькие, их просто так не увидишь. Но они вокруг тебя и могут напасть. Теперь среди них появился новый, особенно вредный – коронавирус. Он живет в носу и в горле человека и вот так по воздуху захватывает других людей. Как пират. Держись подальше от тех, кто чихает и кашляет. Не бери руки в рот, не трогай лицо, и все будет хорошо.